город птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не до жиру быть бы живо, столько лет на всех режимах, в ней да мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машиной, пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручало, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратило нас в утиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем вот купили за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил, но всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах. Нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возит даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами, ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич.